Всем привет, друзья! С вами Дим OnePoint, и мы продолжаем проходить Juice 2 Hot Import Nights. Итак, видите, у меня стоит машина Лиги Новичок, наша старенькая Сильвия. Почему я ее брал? Я на самом деле хотел сравнить, как ведет себя машина, у которой есть пометка для дрифта, и как ведет себя машина, у которой нет этой пометки. Потому что, как оказалось, да, ребята, я был не очень внимательным в предыдущей серии, наш Sky R34 не подходит для дрифта. Ну, как бы... вообще он подходит для дрифта, как бы дрифтить можно на нем, но типа а-ля он не так хорошо это делает. Но несмотря на все это, после того, как я прокатился на S14, я понял то, что нормально наш Sky дрифтит и очень даже хорошо. Давайте посмотрим, какие нужно задания выполнить, чтобы уже переходить в следующую лигу. Это значит занять у нас второе место в гонке на выбывание и занять как минимум третье место в лондонской кольцевой гонке. Итак, у нас одни гонки получаются. Погнали, посмотрим, что у нас есть. Так, тут мы уже катались. Дрифт ликвидатор, вот это интересно. Англия. Это я не могу не пройти. Опять же, я только что разговаривал про дрифт, поэтому давайте еще раз для тех, кто не смотрел предыдущую серию, я посмотрю, как, точнее, покажу, как наш Sky дрифтит. Мне показалось, реально очень хорошо ведет себя автомобиль на дороге, управляется, все как нужно. Потому что S14 страдала от того, что когда я ее вкачал, она была прям дико мощная. У нее, походу, слишком большой. Собой новый тип дрифта. Как и в обычной гонке, главное первым прийти к финишу. Только при этом тебе еще нужно набрать определенное количество очков на круге. Охренеть, тут, короче, мало того, что нужно набрать очки за дрифт, так еще и приехать первым. Вот это вот сложно будет. В общем, S14 слишком резко себя ведет, и у него как будто большой крутящий момент, слишком большой крутящий момент. Из-за этого мне, короче, было не очень комфортно на ней дрифт делать. Так, вот у нас тут есть Кейко на R32. У нее тут ставки водителя прям вообще, она какая-то необузданная. Давайте с ней сейчас сделаем ставочку. Так, 8000. Давай, детка. Не, ну ты чё, иди в жопу, блин. Пускай будет штраф, но, блин, понизило вообще капец. Тупая ты, девка. Так, ну ладно, где этот мужик, который постоянно нормальные ставки берет? Давайте вот с ним зарубимся. Он, я думаю, 8 косарей примет. Давай. Давай, чувак. Даже 12 косарей хочет. Ой, это будет изи. Ну ладно, на самом деле, может быть, изи не будет, потому что надо еще и первым приехать. То есть в дрифте я обычно... со своими денежками. Готов ли я расстаться со своими денежками? Нет, не готов, и этого и не будет. Я не буду с ними расставаться, чувак. Итак, в общем, давайте посмотрим, получится ли у нас это сделать. Сколько очков надо? 25 тысяч всего набрать. Давайте вначале сосредоточимся на объезде их всех. Воу. Нормально меня вынесло. А нитрос тут нет? А куда тут ехать? Блин. Поехал не туда, куда все, и это на самом деле напрягает. Ну, конечно же, меня напрягает еще то, что их в дрифте надо обгонять. Потому что я в поворотах стараюсь скорость сбавлять. Еее, первый. Ну все. Ох, по красоте вообще. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, тачка управляется. Ребята, просто топчик. Вот мне кажется, если мы взяли какой-нибудь дрифткар, то у нас дела бы обстояли хуже намного со всем этим делом. Почему я все время сюда езжу? Тут еще главное удержаться на этой первой позиции. Тут карты нету, не показывают, где наши супостаты едут. О, блин, как Sky дрифтит, а? Вот почему у него не было пометки для дрифта? Машина очень хорошо управляется в дрифте. Мне прям очень нравится. По сравнению с S14, это вообще небо и земля. S14, она как боком становится, так ее просто в забор уносит. А здесь прям, ну, вообще как надо все. Опять же, может быть, тут реально отрабатывает полный привод вот именно в дрифтах. А что, нужно именно ровно 25 тысяч, что ли, на дрифте? Что мне показывают, что... Типа, чувак. Давайте попробуем именно 25 тысяч сделать.
сих пор не получается никак. Номер один срывает большой бан. Блин. Ну, короче, пусть будет так, что ли. А, все, я понял. Тут за каждый круг надо очки набирать. Все, ясно, я понял. Это, видимо, сделано специально, чтобы чуваки просто, ну, как бы кольцо не ездили. А сколько кругов-то надо? Ой, что-то я сильно себя занес. Еее, приехали! Отлично! И мы даже выполнили челлендж. Нужно было выиграть соревнование Дрифт Ликвидатор. И мы это сделали. Еее, чуваки! По-моему, хорошее начало прохождения. Итак, выигрыш 7100, и плюс нам еще этот должен дохера денег. Да, 24 тысячи. Блин, меня забавляет то, что в этой игре в основном баблосики получаешь за пари. Это так странно на самом деле. Ну ладно, тем не менее, блин, Skype пока что себя показывает просто супер как хорошо. И, блин, это вселяет надежду. Это вселяет надежду, то, что мы эту лигу пройдем просто изи. И даже не нужно будет прокачивать во вторую категорию, там вот тюнячки все наши внутренние. Итак, все понятно, это я все понял, то, что у меня там баблосы долетели и так далее. Так, дальше идем. Не будем уже смотреть на задание, которое нам нужно выполнять. Я помню то, что там нужно какую-нибудь трассу пройти лондонскую, гонки на выбывание. Кстати, у нас тут показывается. Итак, ну давайте пройдем эти гонки на выбывание. Что такого? Я думаю, окей, все будет. И на кого бы тут ставочку поставить? Наверное, опять на этого мужика. Мне прям нравится с ним забиваться. Вот он там просирает постоянно, а мы за счет него баблосы поднимаем. А, круто прям. Это как гоночное казино какое-то. Надеюсь, эти машины смогут выйти. Так, понятно. Это я знаю. Это я знаю, что это на выбывание. Понятно. Тут у нас кто будет последний, тот выбывает. А кто первый, тот красавчик. Так. Этот чувак не тот. А где этот чел-то? А, тут нету этого дебила нашего. Но вот у этого машина очень по-гейски выглядит. Я думаю, он захочет денег, чтобы ее перекрасить, по крайней мере. Давайте 8 косарей поставим. Ну да, 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 видите? Вот я прям угадываю желание этих ботов. Но он, правда, похож на того, который был. Только, ну, типа, короче, тот же самый, только пересадку волос в Real Transhire, видимо, сделал Николас, блин. Окей, ну, у него хорошее предчувствие, он говорит. Но, чувак, плохо у тебя все с чуйкой, я тебе скажу. Все очень плохо у тебя с чуйкой. И топим! Блин, как оно стартует. Просто выстреливает, как пуля вообще. Наказывает всех, просто наказывает. Блин, мне нравится. Как же мне эта машина нравится. Слушайте, за нами кто-то едет, а? Кто-то не отстает. Неужели в следующей серии придется... Ах, жесть какая. Блин, это было больно. Неужели в следующей... Охренеть, Бобби, да ты говнюк какой, а? Короче, ребята, сейчас я буду делать на него прессинг, чтобы он нафиг улетел в стену. О, красава, блин, как же мне это нравится в этой игре. Можно просто всех обгонять за счет того, что им на нервы действуете все. Блин, это очень крутая фишка. Я очень хочу, чтобы в какой-нибудь гоночной игре ее вернули. Блин, это просто супер фишка. Конечно, те, кто сделают эту фишку в новой игре, будут обречены на то, что кто-то будет обязательно говорить, типа, это было уже давно джуст. Но, блин, это очень крутая фишка. И вообще, я хочу, чтобы эти разработчики снова сделали какую-нибудь гоночную игру, блин, очень хочу. И вообще, блин, я бы был бы рад, если бы сделали новый джуст. Слушайте, ребят, а? Мне кажется, это было бы круто. Почему нет? Да? О, давайте срежем. А, ну тут мы в тот раз тут и срезали, что это я. Так, а когда третий круг-то? А, еще не скоро. Ни хрена себе, они там топят. И в столб поймали, что ли? Блин, боты тут, конечно, очень странные. Да, где они тут нитро-то включают? Тут даже нитро включать-то негде. Трасса прям с поворотами по 90 градусов. Прямых особо нету. Вот там какой-то еще один залетный летит. Хочет попытаться нас обогнать. Вот так вот мы сделаем. Все очень хитро. Да-да-да, посмотрите, как ускорилась машина номер 5. Это прекрасный Nissan Skyline, который ведет One Point. И все будет хорошо. Ой, блин, а мы тут... А, ну да, он же типа выбыл. Поэтому чувак плетется еле-еле. Главное, блин, не поймать их на свой бампер.
потому что это будет не круто. Это будет просто тупо не круто. Новый рекорд круга. Еще что ли Нитроса подбавить где-нибудь? Ну ладно, сохраним немножко нитрушечку за Экси Ашота, чтобы потом... Хотя у нас тут не за Экси Ашота, у нас за Экси Вазгена, точно. Нашего таксиста же Вазген зовут. Поэтому за Экси Вазгена. Ну давай, давай, Скайро, просто монстр, а не машина, как держит повороты, просто, просто вгрызается в асфальт, настоящий зверь. Ой, Ешечка. Ой, а зачем я тут тормозил? Давайте тут нетруху включим. Куда ты едешь, подонок? Офигеть, нас там какой-то зеленый чувак хотел догнать, но мы приехали. А, это, кажется, Николас вот этот. Ну да, он, конечно, он хотел бабло. Машину-то ему, конечно, стоит перекрасить. А то она прям какая-то уж совсем бабская у него. А хотя вот при таком освещении нормально у него выглядит. Типа зелененькая. Такие они расстроенные. И наш Вазгенчик влетает просто на пьедестал. Первое место. Есть! Вазген рулит, ребята. Так, ну что, погнали в следующую гонку. Я думаю, мы сегодня прям... нормальный баблос поднимем и всех накажем на нашем Скае. Нужно будет, кстати, оформление на него все-таки какое-нибудь сделать, какую-нибудь серию. Я просто не люблю с винилами копаться, честно говоря. Переходное соревнование открыто, да? Офигеть, ребятки, как мы быстро проходим эту игру. И нужно просто выбирать правильный автомобиль. Блин, а что-то баблосов у меня особо нету. Вроде я тут это, пашу как волк. Коллекция машин 140 тысяч. Ну, можно, по идее, одну тачку будет продать, но окей. Так, ну что же, погнали в переходное соревнование. Где у нас переходное соревнование? Это вот оно? Да? Лицевая гонка, Риверсайд. Ну да, это, походу, переходное соревнование, Риверсайд Дэш. Ну, давайте попробуем проехаться и... Не знаю, вытянет наша тачка, нет, потому что, по идее, в этом соревновании у всех машин уже так нормально валят. Но если что, будем на них прессинг оказывать, и за счет этого прессинга, я думаю, будем выигрывать. Ну, типа, на хвосте у них сидеть, они будут психовать, разворачиваться. И иногда их можно развернуть очень хорошо, и они будут сбивать всех сзади идущих, и это прям вообще супер. Да, я понял. Ой, фу, блин, ой, что не за машины, сейчас мы их накажем, так. На тебя, что ли, опять ставку поставить? Ты машину... Ты не перекрасил машину! А, ну да, у тебя же денег не было, точняк. А, вот этот чувак. Блин, он типа вообще крутой такой. Ну давайте, он 100% зарубится с нами на нормальную ставку. Нормальный баблос. Давай, 8 тысяч, чувак. Думает. Ставка повышена. Блин, какой самоуверенный лысый бородатый хер, а? Ну окей, хорошо. Да. Блин, почему это промотать нельзя? Такие сзади квадратные чуваки машут. Блин, прикольно. Так, ну что, ладно, поехали. Давайте посмотрим, на что они способны. Ну, в принципе, это тачки все первой категории. А, все наказаны. Вот эту надо напугать. Давайте будем ее пугать. Давай. Опа! Прости, Mazda Miata, я не хотел. Так, теперь надо тебя напугать. Воу, слушайте, уезжает от нас. Эу, ТТ, подожди, куда ты? Говнюк, а, блин. Шустрый какой, переключился он на третью. Блин, стена. Фу-фу-фу-фу-фу. ТТ, фу-фу-фу-фу-фу. Не надо. Что-то там кто-то кого-то обгоняет. А сколько тут кругов? 3 круга надо все проехать. Блин, трасса-то длинная. Что-то он там вообще ловит заборы вовсю. Красавчик, что еще сказать? О, блин, слушайте, опасная трасса-то. Я что-то поехал немножко не там, где надо. Тут надо по широкой траектории в этот поворот заходить. А, слушайте, а смотрите, все равно быстрее получилось обойти. Круто. А на ручнике? Воу! Красиво вошли в этот поворот. Вот это мне понравилось. Опять он тут втапливает. Блин, чувак, мне кажется, тебя развернуть надо. Ты какой-то наглый слишком. Мазакейс Вазгена. Отлично. Сильно затормозил. Блин, надо бы в дрифте входить.
Я боюсь в дрифте ходить, потому что вы видели, как машину колбасит во время этого. Все-таки 30 кадров, это, блин, вам не 60. Хотя комп у меня эту уж игру в 60 кадров может нормально потянуть. Почему они сделали ограничение в 30, я не знаю, ребят. Честно, не знаю. Я тоже не понимаю, что там произошло. Ужас какой-то, терки какие-то у них. Блин, какая прекрасная тачка, ребят. Ну вы просто представьте. Просто представьте. Блин, мы ее прокачали только в самый первый тюнинг. И она просто уезжает от всех. Она просто их всех дерет. Просто капец. У меня слово «просто», его просто дофига много. Я просто сам в шоке от того, сколько у меня слова «просто» я употребляю. Давай, 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 закись, а что-то они там включают. Но у меня закись Вазген, она лучше. Так, ну, давай. Ай, блин, поймали за борт, черт. Пора дрифтуна дать немножко, есть. Еще дрифтуна немножко. Блин, да? А почему, где мои очки за дрифт? Какого хрена? В виде нитро, короче, их почему-то нету. Какого фига, а? Джуст, что за фигня? Где мое нитро? Какого хрена? О, они там стены собирают. Блин, такие тупые комментарии. Уже этот, блин, комментатор гребаный отпускает. Меня это прям бесит. Ну давай, Скай. Есть! Победа, чуваки! Есть! Переход в новую лигу нам обеспечен уже 100%. Продолжаем. Посмотрим сейчас на нашего Вазгенчика. Как он сейчас красиво у нас на пьедестал войдет. Да, есть, выигрыш 71 тысяча. И 24 за пари. У нас есть теперь деньги на новую тачку. Так что, ребята, посмотрим, что у нас там есть в новой лиге. Какие машины нам предложат. Испугать Тару Джонсон. Блин, вот это мне очень нравятся вот эти задания, когда нужно кого-то напугать. Это так забавно. Типа жертва такая. Выбил жертву, напугал ее, а ее там развернуло. Но, блин, она, правда, ехала на Мазде Миате. Блин, вот это вот обидно. Я не люблю разбивать Mazda MX-5. Мне она слишком нравится. Итак, вы переходите в следующий класс. Лига 6. Купить новую машину. Конечно же, новую. Мы же... Все. Блин, мы очень мало покатались на этой тачке, но тем не менее... Так, Лига 6, давайте посмотрим, какие машины здесь есть. Итак, ребята, опять же, я напоминаю, сейчас мы смотрим машины, а потом вы в комментариях пишите, на какой тачке мы будем продолжать прохождение. Все зависит только от вас, парни. Итак, ну, может быть и девушки, может быть меня девушки тоже смотрят, я не знаю. Итак, это Renault Megane, Renault Sport 2025. Ой, 2025. Как же я, блин, внимание просто у меня максимальное, 80 уровня. Итак, Vauxhall Astra. Ну, по идее, это Opel Astra, VXR. Блин, что за говно пока? Renault. Одни Renault идут сначала. Теперь Clio V6. Так, ТТ-шечка. Причем это новенькая, да, уже рестайлинговая. Да, рестайлинговая ТТ-шечка. 3.2 купе. Так, это у нас что? Ford Mustang GT 1999 года. Неплохо, неплохо. Так, Toyota Celica GT4. Тойоточка неплохая вроде. Так, Honda Civic Type R. Ребята, я знаю, за какую тачку вы будете голосовать и какую будете писать в комментариях. Вы только посмотрите. Это Sky R33. Блин, сколько здесь Sky'ов, просто офигеть. Lancer X, причем это не обычный Lancer X, а это прототип X какой-то. А, ну все времена он еще не вышел, да, поэтому это прототип. Так, Гольфец есть. Что еще есть? S2000, это машина для дрифта. Неплохо так, неплохо. Audi S3 опять какая-то, блин, G35 Phoenix. Lancer Evolution 8, ребята. Неплохо, вот это тоже неплохо. Ё-моё, какой у него диапазон мощности. Вы только посмотрите, просто офигеть. О, вот эта тачка мне нравится точно. Так. Ой, блин, 300ZX. Вот это дрочево, 300ZX, боже мой, как она мне нравится. Так, хорошо, и последняя машина. Это 3000 GT Mitsubishi. Неплохо, неплохо. Ну что же, ребята,
голосуйте в моей группе, либо выбирайте в комментарии здесь под видео. Ну, правда, голосование, наверное, я создам потом уже, судя по комментариям, какие тачки, какие три тачки будут самые популярные. Я потом сделаю голосование, и вы можете потом перейти в группу и еще проголосовать за ту машину, которую хотите видеть в следующих сериях прохождения. Итак, ребят, на этом у меня все. Мы перешли в следующую лигу. С вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Здесь будет много всего про гоночные игры. Ну а также, надеюсь, лайкусик вы уже поставили, потому что Sky. Мы прощаемся со Sky и покупаем новую машину. Кто знает, может быть, это будет опять Sky, только R33. Ну, я что-то, честно говоря, хочу на Лансере погонять. В общем, всем пока-пока.